Приехали мы на ферму 460. Evolution, 2003 год. Угу. Любители таких драконов, поставьте лайки. Я знаю, вы любите их. Так, резина вперед. Пойдет. Лестница. Вот и ужатка 7,5. Which price? 580. 5,000 euros. 5,000. 58,000 euros. Yeah, hours. 5,000. No. Yeah. 4,080. Yeah, for the engine. Yeah. 4,800 часов на моторе, я говорю, говорит, 58,000 евро. 5,8, yeah? 58 тысяч евро. Ну, какие продажи? О чем речь? Подписчики. Что за фигня? Окей. Жатка 570, а це 900. А, да. Я прозрел от цены на 460. Сейчас же я спрошу, сколько стоит 570. Покупайте Америку, ребята. С Америки я вот таких два привез по 58 тысяч долларов. Они на Ютубе есть. Во двор людям. Один клавиш, а второй ротор. Один 55, второй 58. О чем речь? 58 тысяч евро, 4800 часов. Ну что, сколько он мне назовет за цену, как вы думаете? Какая его цена? Что-то текло. Жирный след. Смазаны везде. И тут течет что? Дед думает, третий раз приезжает, ничего не покупает. Конечно, блин, с такими ценами. Что я могу купить? Вот следы. Следы времени. Что-то там внутри у нас, да?
камера сети. Камера. Ножи уже перевернуты с двух сторон. Нужно поменять после пшеницы. Снег хороший, звездочки хорошие, лопатки тоже. Окей. Подстава, ребята. Я не ошибся?